Всем привет! Новый объект со старыми заплатками. Вот такая ванная комната. Здесь будем делать косметический ремонт, насколько это, конечно, будет возможно. Так вот все это выглядит на данном этапе. Здесь не будет плитка, здесь будет пластик, потолок пластик, это будет под покраску. И пол тоже плитка. А здесь не будет пластик? Да. А, нет, ну, ты знаешь, это звездка, по-моему, да? Нихуя себе. Ладно, сейчас переоденемся, попьем чай и в бой. Так, сейчас будем демонтировать ванну. Будем ее выносить. Подготовка идет полным ходом. Ладно. Одной ножки нету. Придется докупать. Скорее всего. Джон. Давай сейчас эту как его. Он то отпилю. Привет, что, соседи с вами? Ну, слава богу. Да, слушай, ты. Карта привязана, да, к этому номеру? Сейчас. 3012 письма, надо будет. Сейчас идет у меня на полторы, чтобы питомный контакт, грунтовку я взял.
Что еще там, мешки взял? Вот. Смотри, наверное, у тебя байкер же есть, да? Вот сейчас, наверное, это, может, через байка тут слой какой, блядь, кванный получается, если ЦПСом заливать. Вот я имею в виду вот этот перепад, ты поняла, да, про что? Вот сантиметр, наверное, 3, наверное, 4. Не, ну полы здесь в любом случае под ванны нужны ровные. Это во-первых. Во-вторых, у ванной одна ножка сломана, тут какая-то алюминиевая стоит. То есть, скорее всего, я не знаю, я на птичке поищу вот эти вот ножки. Они отдельно подаются вот эти на чугунную ванну. Вот тут одна штука, она нужна, она вот прямо как заходишь сразу вот с правой стороны. Если мы сейчас ее снимем, а потом, как сказать, поставить-то поставим, но она уже будет на плитке стоять. Она жиденькая такая, да, алюминиевая. Да, давай, наверное, 5000, наверное, скинь. Вот, а там потом чеки это самое, да, на тебе. Смотри еще. Вокруг периметра у этих ванн, это как его, как угловой плинтус. Но что самое интересное, этот угловой плинтус, он вместе с кабиной, то есть начинаешь его ломать, а там проволоки армированные вокруг. Если мы ее сломаем, то, блин, все рухнет. Я вот что думаю, наверное, такой слой, конечно, поднимать-то не получится, потому что сюда, блин, ну, без хрена уйдет это. Мы выведем ее вровень по минимальному. Вот. А вот эти вот углы, вот как это объяснить? Ну как плинтус он такой. Он сразу с кабины заливается. Вот. Да, примерно поняла, да? Ну это сфотографирую, в принципе, я потом тебе это. А. Нет, я почему тебе эти тонкости говорю, как сказать, потом, когда вот плитку выложим, а вот эти, они будут торчать, понимаешь, что? Вот, да ничего не делать, мы их потом просто зашпаклюем даже, вровень стены будут и все. Да там угол будет не 90 градусов вот, по низу, вот, а вот за счет вот этих плинтусов он немножко это самое как вот сидит. Ну, может, конечно, он и плиткой, и стяжкой все перекроет. Было бы вообще замечательно. Вот. Ну, правильно тонкости пока не заморачивай, я тебе это на всякий случай сказал. Так, по трубам ты мне в прошлый раз говорила, ты что с ними хочешь делать? Ну, я не знаю, там же оно все, мне кажется, старое, мне кажется, поменять не надо. Ну, если по-хорошему, да, нужно менять, но здесь основная-то проблема, вот если менять, то вот эти вот соски, которые сверху торчат, вот это, то, что ты хотела закрыть пластиком. Как я понимаю, вход вот эту шахту с другой стороны. Да. Ну, здесь если переделывать, ну, блин, внутреннюю разводку мы можем сделать, а вот все, что до крана от этого, мы это не можем сделать, так как мы не сварщики, не специально обученные люди для этих целей. Вот, и может там, возможно ли будет с местным сантехником договориться, я смотрю, вот там на двери есть обслуживающая это как его. Вот, чтобы сантехник пришел, к примеру, вот ты позвонил его, там заявку нужно сделать. Вот, он сразу, к примеру, эти соски вниз вывел, вот там мы ему подготовили бы вот это все хозяйство, и уже краны новые поставили, и уже здесь внутри вся разводка уже нормально пойдет. И мне кажется, это самый оптимальный вариант. Да, от того, что... Ну, вообще, как планировали мы, за неделю надо у тебя здесь закончить. Нет, да, их хоть пускай сейчас, блядь, вообще было бы замечательно. Да, пускай, если они есть там, вот, я здесь ему по месту объясню, покажу, что мы планируем. Вот, потом откроем вот эту штуку, вот, ну придется там ваши красивые голубые марасовку обои нарушить.
вам, кстати, в последующем можно здесь просто гардеробную сделать. Плавно, плавно в глобальную стройку, да? Ну, они что? Ты давай тогда звони в эту службу, вот их там обслуживающую там, и о результатах потом скажем, что там вообще возможно ли. Реально, ну желательно, конечно, это не есть. Да. Просто объясни, краны, ну как сказать, краны не держат, даже начали ремонт, вот краны такие, вот, и заявку там, чтобы поменять там парочку, ну, сантехники, вывести вот эти сапоги, как нам нужно, то есть они по низу должны пойти. Вот, после этого, скорее всего, здесь будем делать новую разводку. Обзоры. Да? Олег, на вот этот заебись чай. Он острый? Тебе бюджетный ремонт. Стену. Запах такой стоит прям специфический. Пользуемся либо концентрированным грунтом, либо вот такой есть грунт для внутренних и наружных работ. Кстати, он очень хороший. Во-первых, сам раствор такой насыщенный. Вот. Инструкцию по применению можете посмотреть. Что он делает, тоже можете посмотреть сами. Не будем это комментировать. Продолжаем. Да, кстати, еще вот разобрал подход вот нишу канализационную, вот эту шахту. Как раз здесь трубы. Так, что здесь? Вот, нам нужно вот эти соски срезать горячо-холодный, и уже потом будут вариваться новые, только уже внизу. Обед. Вот такую шаурму в лепешке приобрели. 15 микрорайон здесь, в Самаре. Сейчас будем дегустировать. Сказали, что вкусно. Хрустящая лепешка. Просто невозможно было пройти мимо. Mm-hmm.
Болит жена. Первый день, этап подготовительный завершен. Вот про вот эти вот перепады, вот эти, я и говорил. И, по сути дела, все закроется, но сейчас самое главное, вот эта штана ровно, то есть ладно на нее чугунный ключ не станет. Дополнительно нам еще дал хороший слив. Вот эти 4 сантиметра. Здесь у нас получается практически одной зубик. Два получилось. А туда 4. Что было 4 сантиметра? Вот такая красота. Неписуемая. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует. Сантехники, кстати, не пришли. Время 2 или 3 час дня.